Представьтесь, пожалуйста. Я Москвичев Иван Ильич. Где вы воевали? На каком фронте? Воевал я на Первом Украинском фронте. 4-й танковой армии в отдельном минометном батальоне. А какое ваше звание было? Мое звание тогда было младший сержант. А вот вспомните предвоенные годы. Как вы узнали о войне? Как вас, О войне я узнал. Призвали. В 1940 году я был направлен в ремесленное училище в Москву. Там я пробыл всего 10 месяцев, и там застала меня война. Во время начала войны мы начали дежурить у школы и точить простые детали. Мы на токарей учились. Простые детали для фронта. Вот. А когда уже прорвались немцы, немецкие самолеты на Москву, первый немецкий самолет я увидел, как его сбили над Москвой. Это получилось так, что, значит, когда бомбоубежище все стали ребята убегать, а я с товарищем остался. Пустые убежали, спрятались, и пацаны интересны, а что будет после, когда это утихнет воздушие, когда утихнет тревога. И вот когда, значит, все стихло, воздушная тревога закончена, все стихло, и на домах стояли дежурные. Там у них вода, песок тоже. Когда если зажигалки бросают, то тушить. И вот увидел в небе очень много прожекторов в одну точку соединились. Мы с товарищем стали смотреть, увидели маленький самолет. И вот эти прожектора его ослепили и над Москвой все дальше его от Москвы отводили. Те прожектора, которые не успевали, не смогли уже достать, другие подхватывали. И когда его за Москву завели ослепленного, началась стрельба из зениток, из крыш закричали: «Горит! Горит!» И вот этот первый самолет, который попал в Москву, был сбитый на моих глазах. А потом стали дежурить на своих постах. Я, например, дежурил на втором этаже в школе около крана. Если на нашу территорию упадет зажигалка, значит, мое дело открывать воду, а там другие с песком стоят, чтобы быстрее ее затушить. Когда зажигалка сперва упадет, она не страшная, ее легко потушить. Но когда уже разгорится, тогда не подойти. Вот много немцев бросали зажигалок. Вот. Вот это я и узнал. Это встреча о том, что когда война началась. А потом уже, когда немцы уже взяли Вязьму, нас, ремесленников, собрали и сказали, кто хочет, оставайтесь в школе, кто желает, идите по своим домам. Вот. Школа будет эвакуироваться в Горький, а выходить будем ночью 20 ноября, по-моему, ночью пешком выходить будем. И вот в потемках нам дали сухарей там на несколько дней, сахару дали,
И мы вышли в Москву, вот шли. Назад посмотрим, это Москвы когда-то, шли назад, смотрим, а в Москве зарево, как будто вот много огней там горит, пожаров, что ли. Ну и когда мы приустали уже, человек, наверное, 20 нас сзади, когда шли колонны, шли сзади, остановились, давайте отдохнем. Отдохнули, думали, что передние тоже остановились, но те пошли дальше. И когда мы это присели, это отдохнули, встали, пошли, колонны, оторвались от колонны. Шли, дошли до другого перекрестка. Одна дорога туда, вторая туда, и мы не знаем, по какой дороге наша колонна ушла. И старший сказал, ну что, ребята, давайте в этой деревне, кто где может, переночуем, а утром из школы машины будут ехать и нас подберут. Ну а утром я как раз 5 человек нас пятером попали в школу в пустынную, там переночевали, а утром тут этого старшего почему-то мы не могли найти и решили идти домой. А дом наш Моршанск, Тамбовская область. И эти все ребята, 5 человек носились оттуда. Ну, шли пешком, сами не знали, куда. Идем, а потом видим, машины военные остановились. А тут это грузовые машины, легковые машины едут. Постельное белье нагружено на машины, все выезжает из Москвы. И один солдат увидел нас, ремесленников, мы ему сказали, так как мы отстали, наша школа в Горькой должна ехать, а мы отстали от колонны. Он говорит, наши машины едут как раз в Горькой, мы с вас привезем. И мы обрадовались, сели в машины под брезент и заснули крепко. Вот ехали, потом ночью. На следующую ночь уже чувствуем, что-то машины долго стоят на одном месте. Потом солдат разбудил нас и говорит, ребята, у нас маршрут изменился, вам придется здесь сходить. Мы спросили, а где мы находимся? Это город Владимир. Ну, я это как-то помню, что в деревне у нас кто-то в Владимире был, значит, железная дорога должна быть отсюда, на Моршанск. И вот когда рассвело, спросили, где вокзал. Пришли на вокзал, там людей тьма, и пожилые, и дети дожидают, куда-то ехать. И вот подошел поезд, его грузовой поезд, его телятником раньше называли. И все люди бросились в этот поезд, спешат лишь бы залезть туда. И мы впятером были, а потом, когда тоже трудно так было добраться до вагона, там чуть ли не по головам лезли. И с товарищами, с тремя товарищами мы разъединились, не могли попасть в один вагон, и больше мы не видели. Остался со мной товарищ Кривенцов Саша. Вдвоем мы остались. Вот в этом вагоне, значит, тронулся поезд. Там начали кричать, куда сумку тащишь, иди трошит, и такое, а темно, никакого света нет. Потом, значит,
а там трехъярусные нары были, на досках спали, лежали. Вот сверху к нам один спустился и говорит: ребята, у вас сахарный песок есть, дайте нам, а то у нас нету песку. Ну, я это говорю: Саша, дай немного. Дали. Потом через некоторое время опять прыгивает. И: ребята, у вас есть запасное белье, дайте нам белье. У нас из тюрьмы товарищ вышел, у него нет белья, отец нечего. Мы запротестовали, у нас нет, у нас все на, только на нас. Если ведь не дадите, так на следующие станции выбросим вас. Разуем, разденем и выбросим. И вот мы дрожали, боялись, смехали и дрожали. И потом все уже как-то задремали. Потом я проснулся, в вагоне никого нет. Один спичкой чиркает по углам и освещает. Я: Саша, вставай, они не остались в вагоне. А за вагоном крик, шум. Мы выскочили, там, оказывается, товарный, это пассажирский поезд остановился. И с этого вагона всех вынули туда. Мы с ним просто по головам пробились уже. На третью, на верхнюю полку забрались, радость, что от тех жуликов отстали. И таким образом мы до Ряжска доехали. В Ряжске уже не знаем, в какую сторону поезда идут, нам нужно в Моршанск доехать. Хотели, значит, узнали, в каком направлении поезд идет, призовой там. А вагон никуда невозможно сесть, кругом людей битком набито и на крышах. И между вагонов нигде присесть невозможно, столько людей ехало. Потом я увидел лошади в одном вагоне. И у Саши: вот лошади здесь, я же в колхозе работал, не боюсь лошадей, давай к лошадям спрячемся. Только хотели туда залезть, свисток милиционера. Лошадям нельзя подходить. Мы вдоль вагона, вагонов уходим, где же прилепиться. И как раз в это время в этом вагоне большой люк сверху маленький есть. Этот люк приоткрылся, и голова девчонки высунулась в этот люк. И я тут остановился с товарищем. Она на меня смотрит, я на нее смотрю. И оказывается, это наши девчата, их ездили на торфоразработку в Иваново-Вознесенское, и оттуда ехали домой. Большие двери открывать боялись, жулики залезут, все дальше. А вот они люк вот этот приоткрыли. И она вот, этот Ваня, этот Маш мой брат Ваня, уж как-нибудь его затащит вот в это окошко, я к ним попал. Потом у меня товарищ там, одного нельзя оставлять, его тоже туда. Таким образом мы доехали до Моршанска, а потом с Моршанска 25 километров еще пешком нужно идти. Там свои вещи они оставили, а другие девчата, одни девчата с вещами остались, а другие ночью шли. И, значит, все же добрались мы до деревни. В общем, от Моршанска до Москвы я ехал 12 часов туда. А от Москвы вот это путешествие наше было 7 дней. 7 суток мы пробирались. Голодные, холодные. Поезд остановится, увидит там где-то куча капусты мороженой. Берем туда. Видим морковь хватаем, и вот часто поезд останавливается, выскакивали и собирали. Вот таким образом через неделю я в деревню попал, обратно к себе домой.
И там я в колхозе работал, и сено косил, и жёшь на лобогрейке косил, и пахал на лошадях два года. А в 1943 году, в январе, меня в армию взяли. Ну, потом с первого запасного были, а потом комсомольский батальон собрали и на передовую. На передовую, то есть март-апрель 44-й год. Попал я в минометчики. Ехали на машинах, а потом чем дальше, тем больше грязь. Машины не могли дальше ехать. Иногда танки вытаскивали из грязи. А чаще сами высовывали шинелки, толкали. А потом уже дальше силы нет, невозможно дальше ехать. И дали команду минометчикам 8-мм минометов забрать свои минометы на двойке и пешком. А минометы 120-мм на месте, потому что не хватающие. И вот мы шли пешком, миномет на зрение, миномет показал, что такое миномет. Вот такого вида миномет. Вот этот миномет. 82-миллиметровый миномет. Весом он 56 килограмм. Ствол и двуногий лафет весят 20 килограмм. Плита 16 килограмм. Мина, одна мина, весит 3 килограмма 200 грамм. Полет этой мины 3 километра 600 метров. Одна мина на ровном месте, когда упадет, разрывается в радиусе 19 метров, поражает все живое. Вот этот миномет, на этом миномете я и работал до ранения. Ну что, долго рассказывать. Что, а расскажите, пожалуйста, о своих наградах. А? О наградах расскажите, пожалуйста, о своих наградах. И какая вот особенно дорогая для вас? Наградах у меня... Медаль за отвагу. Сейчас я приду. И за боевые заслуги. Ну так как когда мы Каменец-Подольск взяли, нашей 49-й бригаде присвоили Каменец-Подольское и Гвардейское. Гвардейский значок у меня уцелел, а документов у меня нет, только как танковой армии, ну, танковой бригаде, значит, значок остался. Но эти ветеранские орден Отечественной войны первой степени, сам я инвалид войны. Вот у Тари Лоскова 4 сантиметра на 1,5 сантиметра осколок прошел там и застрял под этой костью. Я с этим осколком был 2 месяца. 2 месяца. Его не могли подступиться к нему. Рот не раскрывался, челюсть перебитая. И видят, что я все еще живу, что-то надо делать. И вот уже 14, ранило меня 14 января 45 году. Это на Сандомирском плацдарме. И оттуда
кушать еще не мог. Оттуда переправляли постепенно то самолетом, то поездом. В общем, через месяц я оказался в Сочи. За этот месяц я похудел на 8 килограммов. И вот там профессор на первый осмотр. Сперва товарищи подошли ко мне, спрашивают, ну как, хотели узнать, что там на передовой, как дела идут, давно ли с передовой. Но я разговаривать не мог. Они увидели, что из меня информатор никудышный, стали подбадривать, так сказать, не горюй, здесь у нас профессор такой, что челюсти нижние искусственные делает и приживляет раненым. Раненым приживляет нижние челюсти, а осколок для него вытащить пару косяков. Вот первый раз пришел на осмотр профессор. Я понял, что рот у меня не раскрывается, взял у меня сестры рентгеновский снимок за 17 число. Посмотрел, к окну подошел, так вот на латинке посмотрел, покачал головой, ого, повернулся ко мне, ну что ж, пока отдыхайте, набирайте сил. А первый раз, я подпишу, первый раз, значит, 14 района, а через 3 дня мне операцию стали делать. И когда, значит, я лежал на операционном столе, я говорю, хирург, ну, братишка, потерпи, мы его быстренько вытащили. И потом через несколько минут ему своему помощнику говорит, что это чертовщина. Вот под этой костью, по снимку, должен находиться осколок, а его нет. В глубину прошел больше 5 сантиметров, а его нет. Так и не могли его достать. Он, оказывается, вот в какой стороне лежал. Нос был запечатанный у меня, лежал я только на спине, и как-то ночью кровь пошла, я не чувствую, что она течет у меня из носа под меня. Я только чувствую, что как будто я внизу на мягкой груди. Вот. И с открытыми глазами я уже концерт давал. Дежурные солдаты заметила, увидела, я с открытыми глазами был. Дежурный, выбежали. Она увидела, ойкнула и побежала. И побежала куда-то. Я уже не соображал, куда она побежала. Потом смотрю, белые, что-то белое вокруг меня появилось. Оказывается, это медперсонал с носилками прибежали. Рубашка Шмялина вся в крови. Какие-то сочувственные слова говорили, я уже этого не соображал. У меня в глазах уже темно. Такой туман, что вот рядом я не мог уже различить женщин, от мужчины не мог различить. Ну и когда наносили гитлами, я уже память потерял. Оказывается, мне потом, когда пришел в себя, оказывается, переливали крови белые. И потом снова меня положили на койку. И врач наклонилась надо мной. Сыночек, потерпи еще немножко. Утром должен самолет прилететь двухместный. Я вас вместе с лейтенантом Цыганковым обязательно в первую очередь отправлю в тыл. Там будут условия лучшие, и ты будешь жить. И вот потом, значит, во Львов на самолете мне привезли, а со Львова уже я попал поездом в Сочи, я перепутал в Сочи. И вот в Сочи лежу неделю, лежу вторую, профессор осмотр сделал, больше ничего не делаю. Здесь шины у меня надеты, то есть резинкой надевает на крючочки, чтобы челюсть срослась правильно. Вот.
И тут, значит, когда видят, что я еще живу, значит, что-то надо делать. И специалист, это уже 14 марта, 10 марта мне сказали, вас будет осматривать еще специалист. Ну, меня посадили в кресло, ремнем подтянули спинки. Медсестра стала сзади спины, обхватила меня руками за лоб, поджала к спинке голову, потом проволокой начали сидеть ноздри до упора кости, проталкивать эту мякоть и стучать. С одной стороны, с одной ноздри вынет, другую начинает. И опять так постучит и снова. Медсестра на это смотреть не могла. Я чувствую, я плачу, а руки у нее заняты, смахнуть слезу не может. Ее горячие слезы капают мне на голову, а потом не выдерживает и говорит: «Семен Васильевич, да хватит уж его мучить». Он говорит, что нужно точно определить, осколок это или кость, потому что это кость. И металл издает идентичный звук. И когда он в левую ноздрю начал мне опять толкать, я почувствовал, что даже осколок там шевелится. Я ему сказал, что это осколок. Ну что, значит 10-го он это смотрел, ну что, будем делать операции, пробивать кость с этой стороны, отсюда нигде невозможно добраться до него. Потом, значит, операцию на 20 число назначил. 14 марта я почувствовал, один я находился в палате, потому что тепло было, все вышли. 14 марта я лежу на койке, прежде на спине. И чувствую, что-то мне дыхание закрывает, дышать не могу. С каждой минутой дыхание становится труднее. Крикнуть на помощь не могу. И знаю, что от меня через одну палату врачебный кабинет. Мышь толкает, ведь к врачу надо. А до врача метров 8, метров 7. Прикинул так, а как их пройти, я не мог. Потом все же с трудом выбрался в коридор. Надеялся, что кто-то в коридоре увидит меня и поможет довести до врача. Но в коридоре, к моему сожалению, никого не оказалось. И я с трудом, значит, ногами вот так вот, ногами об пол двигаю, скольжу, ладонями вот так вот об стенку держусь. Кое-как добраться до кабинета врачебного. А вы узнали о победе в госпитале? В госпитале. Да. Уже время, наверное. Сколько времени уже? Без 15. Все. Без 15? Да. Извините, нет. А вы подпишите нам?